В регионе создадут центр ядерной медицины. Специальное оборудование позволит распознавать онкологию на клеточном уровне. Сегодня замгубернатора Даниил Бессарабов на рабочем совещании обсудил проект с инвесторами. Технологии центра позволят на самых ранних этапах диагностировать у пациентов метастазы и опухоли и максимально точно подбирать современную терапию. Построить центр планируют полностью за счет частных инвестиций. Проект обойдется примерно в 300 миллионов рублей. Регион предоставит земельный участок под строительство и будет оплачивать лечение пациентов за счет средств обязательного медицинского страхования. Центр ядерной медицины возведут рядом с онкодиспансером на Змеиногорском тракте. Работу он начнет к концу следующего года. Сотрудниками центра станут около 20 специалистов. Врачи будут проходить обучение в Санкт-Петербурге по зарубежным технологиям. Если мы встречаем хотя бы минимальную поддержку в регионе, мы приходим и туда инвестируем. Так сказать, я вижу полную поддержку здесь. Вот, мы в прошлом году встречались с Александром Богдановичем на форуме, возникла эта идея. И я думаю, что мы вот сейчас начнем ее воплощать. Уже будет разработана дорожная карта, и мы действительно к 2017 году очень надеемся открыться.